Вас ожидают детей. Ух, ловко он командует роботами. Прям как своими собственными. Двери за собой как-то запер. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Так, так. Сайд! Символ комплекса Вавилов, береза. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 – это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы.
Товарищ, обеспечивайте сохранность экспериментальных данных. СИН-21 и СИН-22 надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Thank you.
Храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное, нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Надеюсь, ублюдка не размазала попу. Выберите желаемое действие. Для... Авторизация. Майор Петрин. Thank you.
соблюдайте рабочее расписание. Минута задержки на обеденном... Сохранение данных. Эта минута украдена... То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, нет, нет. Вы мои слова не искажайте, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Судя по всему, в Альфа-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Объект «Луна» представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки? Так вас, раз так. Пойду искать колбу. Перед вами мемориальный объект «Луна». Символ советской лунной программы, явившийся первой крупной... Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините. Объясню позже. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Продвигается семимильными шагами. В память о самой первой лунной экспедиции некоторое количество грунта, тех самых знаменитых первых в истории проб лунного грунта, было запаяно 5 разных капсул. И было решено сохранить для потомков в качестве памятника советской науки.
Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно. Милый, наконец-то! Так, я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да, ругай меня. Я была плохой девочкой и подвесила еще одного похотливого слизняка. Чего? Ты опять кого-то убил? Вот же тварь. Милый, ты так долго в меня не входил. Мне стало очень одиноко. Я должна была развеяться. Хватит! Да когда же это прекратится? Не переживай за таких мелочей, милый. Я приготовила для тебя подарок. Обещай. Скажи, милый, тебе понравилось? Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Раз. Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться.
а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Очень может быть. Рем-шкаф Петров так не заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь, мать его. Рем-шкафу башку снесло напрочь. Она несет жуткий бред. А вместо нормального оружия она делает какую-то немыслимую хрень. Думаете, мы остались безоружными? На безрыбье и рак рыба. А лучше я буду бить робота стальной говночисткой, чем голыми руками. Разберемся. Одна есть. Вторая есть. Осталось найти третью. Держана, блин. Я его куда ставить-то, а он не дал.
интеллектуальной собственностью партии. И прислать... Я вчера случайно заглянула в архив. Там все такое автоматическое. Скоро нам совсем не нужно будет работать. Мы будем просто сидеть и слушать музыку. Вот, послушай. Машина такого не оценит. Почему последняя колба обязательно должна находиться в какой-то немыслимой жопе? Интересно, это у всех готово? Вроде заработали. Перед вами мемориальный объект Луна. Символ советской лунной программы. Но не маленькое помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место, Шрас? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилон. Здесь хранятся образцы семян различных растений. Специально... Надеюсь, она спит. Доступ разрешен. Данных.
что ж за хуета? Ебучие пироги! Визуально это скорее выглядит конструктивно, ваша оценка полностью снимается. Да похуй, Крас! Не время! Внимание! Зафиксировано нарушение микроклимата в помещении архива семенного фонда. Целостность контейнеров с образцами нарушена. Скажи, чему обучен! Говно! Не боитесь.
исчезну! Надеюсь, она спит. Выберите желаемое действие. Для производства выберите желаемое действие.
Авторизация. Майор. Сейчас, Ольга, я тебя уделаю.
Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Свеча. Она может пригодиться. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я П3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размозжило погрузчиком в кровавую труху. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штокхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись. Дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. Слушай меня сюда, безмозглая псина. Да, майор, это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня... На Б-3
Напоминаю, храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Запись в очередь на нерабочие выходные дни. Только для сотрудников среднего социального рейтинга и выше. Ошибка. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. А их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми... Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Так точно. Каждая колба содержит уникальный полимер. Полимеры изготавливаются в цехах. Там же производится их разлив в колбы. Почему нельзя было просто сделать обычную дверь? Ой, пошли искать колбы. Сохранение данных. Надеюсь, она спит. Надеюсь, она спит. Авторизация.
хранении данных.